Кримінальная справа узбуджена у адносінах до водителя такси после ночной аварии у Витебску. Нагадаем, каля половы першей ночи 8 вересня на улице Замковой автомобиль такси сбил жанчыну, якая переходила дорогу по пешеходным переходе. Светлофор у гэты час суток не працаваў. Ад атрыманых траумаў 42-гадовая жанчына померла на месте ДТЗ. С початку года у Витебску гэта далёка не першае здарэнне з удзелам аўтамабіля ў таксі. По вине таксистов и водителю маршруток отбылись больше за десяток аварий, у яких один человек загинул, 10 отрымали травмы. Госавтоинспекция города ежедневно уделяет внимание соблюдению правил дорожного движения водителями такси. Так, за различные нарушения правил дорожного движения в текущем году привлечено более 2000 водителей такси. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием такси сотрудниками госавтоинспекции города Витебска проводятся целенаправленные рейдовые мероприятия по соблюдению правил дорожного движения указанной категории водителей. В ближайшее время госавтоинспекция проведет профилактические специальные мероприятия на территории города Витебска по отработке проездов перекрестков, непропуску пешеходов, соблюдению скоростных режимов и выявлению нетрезвых водителей и водителей, не имеющих права управления транспортными средствами, включая автомобили такси. А кроме рейдовых мероприемств, супрацовники ДАИ проводят встречи с уласниками такси, где нагадывают про необходимость строго выполнять правила дорожного руху. Ты не меньше профилактика у этом выпадку не спрацовывая. Только за неделю 8 вересня на дорогах областного центра зафиксованы 30 порушений, здесьненных водителями такси.